Приветствую вас. Смотрите, вы говорите о том, чтобы посмотреть на ситуацию под другим углом. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но посмотреть на ситуацию под другим углом означает, на мой взгляд, ее рационализировать. То есть вы хотите рационализировать ситуацию, вы хотите просто как бы как-то убедить себя в том, что там, допустим, что все на самом деле не так критично, да, не так, не так важно и так далее. Вот. На самом деле, то, что с вами происходит, результат вашей неудовлетворенности. Вот. И работать нужно с ней. То есть не смотреть на ситуацию под другим углом. Вот. А именно как бы разбираться в себе. Совершенно очевидно, что любому человеку нужна отцовская любовь. Вы ее недополучили, вот. И как бы это на самом деле говорит о том, что вы действительно не доросли. И говорит действительно о том, что вам в некотором смысле действительно тяжело там чувствовать себя как-то, значит, допустим, полноценно, да, чувствовать себя как-то полноценно. С учетом того, что отец вас, с отцом вы никак не взаимодействовали, вот. А нужно дорастить и дополучить то, чего вы не дополучили в результате работы, конечно же, вот. А в результате работы над собой, над своими потребностями и так далее. Вот. Конечно, желательно бы определить, как и почему вы связываете свои отношения с мужчинами, со взаимодействием с отцом, да, то есть как это у вас происходит. Вот. Было бы очень полезно именно этот момент разобрать, то есть как вы связываете отношения с мужчинами, да, и так далее. И то, что у вас с отцом не складывается. Вот. А было бы полезно также разобрать зачем вам отношения, в принципе, да? То есть, для чего вам отношения с мужчинами? Вот. То есть это, на мой взгляд, тоже такой достаточно важный момент. Вот. И после этого уже работать. Да? Вот. Это в общем. Это если мы говорим в общем.
Теперь, значит, смотрите. Вы пишете, я нашла своего отца, которого мама выгнала из семьи, когда мне было 10 лет. Здесь у вас чувствуется обида на маму. Здесь у вас чувствуется обида на маму. Вот. А, ну, на мой взгляд, у вас чувствуется обида на маму. В том смысле, что вы говорите, вот, мол, она выгнала. Ну, выгнала отца. Вот. А по какой причине вы считаете, что она его именно выгнала? Да. Для меня вопрос. Потому что, ну, совершенно очевидно, что тут как бы всего вы, ну, всего вы можете не знать, всех нюансов истории вы можете не знать, ну, вот, и так далее. То есть, а по какой причине вы делаете такие достаточно, ну, спешные выводы на эту тему? Это для меня, конечно, загадка в некотором смысле. Вот, то есть почему именно выгнала, да? Почему вы считаете, что там было именно выгонение, и что сделал отец, и как бы какова его ответственность была в этом, в том, что произошло? Ведь мама же выбрала его, мама же с ним какое-то время находилась, да, в отношениях все-таки, вот. То есть тут мне кажется, нужно разбираться. Вполне вероятно, что вы чего-то можете не знать. Вот. Но опять же, это мне так вот представляется, да, я наверняка, конечно, ничего здесь не говорю. Именно наверняка. Вот. А далее вы пишете, что вы его нашли. Как бы вопрос заключается в том, зачем вы его искали. Если вы его нашли, значит, вы его искали. Если вы его искали, то вам он был для чего-то нужен. Вот. Значит, потребность в нем у вас когда-то появилась. Далее, он не захотел со мной общаться. Простите, аноним. А... Знаете, здесь у вас ожидания. Возникают, точнее, ожидания от отца. То есть, я, к примеру, сейчас, да, вот с ним, я его найду, и он захочет со мной общаться. Вот. Я, честно говоря, опять же, хотел бы у вас спросить, чем обусловлены эти ваши ожидания? То есть, по какой причине вы ожидали, что отец будет с вами общаться по прошествии, ну, более чем, я так понимаю, да, более чем 10 лет? Вот. То есть, опять же, да, у этого, ну, должны быть
какие-то основания. У вас должны быть какие-то основания так думать, считать, да, то есть ваши ожидания должны на чем-то выстраиваться. Вот. Тем более, что какое-то время, да, вы, там, как я понял, вообще, как бы отца не искали. Вот. То есть это у вас произошло вот уже, ну, после у вас это уже произошло. Вы озаботились тем, чтобы его найти, да, уже, ну, по истечению какого-то времени. Вот. То есть это вопрос, опять же, к вам, да? Понимаете, о чем идет речь. Дальше, он не захотел меня общаться, не захотел со мной общаться. Он не захотел с вами общаться, да. Но вопрос к вам. У меня вопрос к вам. Почему вы восприняли это, то, что он не захотел с вами общаться, на свой счет? То есть вы на себя это как бы перенесли. Вы сразу подумали, что дело в вас, хотя на самом деле, ну, на самом деле к вам вряд ли имеет какое-то отношение эта ситуация, вот. Но вы подумали. Сразу о том, что это вот, ну, с вами что-то не так, но, то есть вопрос этот, опять же, о том, что вы о себе думаете, что вы о себе думаете, как вы о себе думаете, вот, и так далее. Вот. Ну и, конечно, это вопрос связанный с, ну, с неуверенностью в себе, вероятно. То есть вы, вероятно, в себе не уверены до конца. Но. И самооценка у вас в таком случае, да, самооценка, она не упала. Она и была такой. То есть она была, самооценка была у вас, ну, такой нестабильной, скажем так, до этого. Еще до того, как вы его нашли, когда начали искать, а возможно раньше. Меня не покидает мысль о том, что я ему не нужна, от этого очень больно, правильно, потому что вы не нужны себе. То есть вы не принимаете себя сами, да, вы там, условно говоря, не очень любите себя, да, вы к себе относитесь, ну, как-то вот, не сказать, чтобы позитивно, да, видимо, вот, и, соответственно, именно поэтому, именно по этой причине, вот, вы, ну, вот, собственно говоря, нуждаетесь в отце своем, чтобы он вам дал то, что вам нужно, то, в чем вы нуждаетесь, вот, но то, что вы отказываетесь себе давать. То есть, грубо говоря, решил за вас, решил за вас ваш конфликт.
Вот так, я полагаю, можно тут сказать. Понимаете? И по-видимому, он это, ну, почувствовал, возможно. Возможно, ваш отец, да, он почувствовал то, что вы как бы, ну, попытались его использовать, вот, ему так, вполне возможно, ему показалось, что вы попытались его использовать, вот, ему это не понравилось, и, соответственно, он с вами общаться не захотел, как раз таки, вот. То есть я не говорю о том, что это правильное и хорошее, но, опять же, у него как бы есть выбор, да, то есть он может общаться с вами, а может и не общаться. Если он, ну, не хочет общаться с вами, то, значит, вам по-хорошему надо бы принять его выбор такой. Но вы этого сделать не можете, вот. По ряду причин, да, вот. И, соответственно, из-за этого вам больно. Видимо. Мне кажется, что это ударило по моей самооценке. Знаете, какая штука? Как бы объективно, если смотреть на ситуацию объективно, то объективно вы правы. В том смысле, что это действительно ударило по вашей самооценке. Ну, вы стали хуже о себе думать, потому что не отграничиваете значит, себя от, ну, от другого человека. Не происходит ограничения. Это с одной стороны. Но с другой стороны, самооценка подразумевает именно то, что человек сам себя ценит. Если вы говорите о самооценке, то я боюсь, вы ошибаетесь, потому что самооценка именно здесь, самооценка, как таковая, себя не проявляет, к сожалению. Здесь проявляет не самооценка, а здесь проявляет, скорее, ну, что-то такое субъективное. Вот. Точнее, ну да, субъективное, но с точки зрения других людей. То есть вот отец меня оттолкнул, да, как бы думаете вы, отец меня оттолкнул, все, я плоха. Так вы считаете? Отец меня толкнул, все, я плоха. Но ведь на самом деле, он вас оттолкнул, потому что у него были, ну, свои, значит, какие-то причины, вот, на это, понимаете? Но вы этого не видите, вы этого не понимаете, вы этого не чувствуете, вот, потому что
вы как раз таки в себе не уверены, и к самооценке это отношение, ну, вообще говоря, никакого не имеет. Вот я даже стала похоже думать, но только лишь потому, что были склонны думать о себе хуже ранее. Вот. Потому что самооценка видится на собственных ресурсах человека. Дальше. Теперь я чувствую себя какой-то ненужной. Ну, а как же вы, аноним? То есть, себе-то вы нужны по-прежнему? Как же вы-то сам? То есть, понимаете, какая история получается? Вам нужно быть нужной себе самой. Вот себе самой нужно быть нужной. А для этого, на мой взгляд, себя нужно принимать. Для этого, на мой взгляд, себя нужно ценить, себя нужно любить, да, любить нужно себя именно такой, какая вы есть, вот. А вы пытаетесь сделать что? Вы пытаетесь какие-то условия создать для того, чтобы можно было себя чувствовать там, ну, лучше, чтобы чувствовать себя комфортнее и так далее. То есть вы создали условия для того, чтобы быть нужной кому-то. Вот. А условия, это очень деструктивная позиция, и создают условия осознанно, неосознанно родители. Пошли, условно говоря, на поводу у родителей, да, может быть, даже у мамы, которая выгнала вашего отца, вероятно, мотивируя это тем, что он к примеру, не удовлетворил каких-то вот ее там требований, да, вот, допустим, вот. Соответственно, вы также думаете о себе теперь, что я не удовлетворяю требованиям, чьим-то требованиям я не удовлетворяю, вот, и все, не соответствую, и из-за этого вы не чувствуете себя не нужным. Дальше, не смогу устроить и личную жизнь, пишите вы, боюсь. А у меня вопрос к вам. А личная жизнь, она вам, условно говоря, зачем? Да, то есть личная жизнь, она вам, для чего? То есть почему вы хотите ее устроить? Опять же, я полагаю, что по все той же причине. То есть я полагаю, по этой же причине, чтобы быть нужной кому-то, вот, вы хотите. Ну, тут уже важно понять именно ваши мотивы, да, то есть, возможно, вся эта история с отцом появилось только из-за того, что
вам хочется личной жизни, хочется быть в отношениях с мужчиной. Вот. Кстати, знаете ли вы, что такое личная жизнь? И, ну, так вот, просто, да, как она, личная жизнь, значит, ну, проявляется, скажем так. Вот. Личная жизнь — это не отношения с мужчинами как раз. Личная жизнь — это совсем другая история. Личная жизнь — это то, что связано непосредственно с вами. Вот. Давайте дальше пойдем. Так, потому что какому мужчине я буду нужна, если даже своему отцу не нужна? Ну, это очень деструктивная установка, потому что отец, во-первых, никак не характеризует лично вас, и мужчина, ваш мужчина не имеет никакого отношения к отцу. Другое дело, еще раз повторюсь, что вы все время пытаетесь быть кому-то нужны, но нужны ли вы себе, вот в чем вопрос, а себе вы не нужны, себя вы не принимаете, вот нужно себя, безусловно, принять, и тогда вы не будете перекладывать ответственность за, вот как раз, за демонстрацию вам нужности на других людей, в том числе и на мужчин ваших. И мотивация выстраивать отношения с мужчинами и с отцом, в том числе, будет куда меньше. Вот. Будет куда меньше. Вопрос, конечно, заключается в том, хотите ли вы этого. То есть, ну, хочется ли вам такой позиции, вот, хочется ли вам работать в этом направлении, потому что это не посмотреть на ситуацию со стороны, это скорее работа с чувствами и раскрытие чувств тех, которые вы себе подавляете под эгидой, если можно так выразиться, под эгидой нужности. То есть там, где нужность, там, где у вас нужность, принятие себя. Там, где вы нуждаетесь в ком-то, вот нуждаетесь в ком-то, там отсутствие собственных чувств и обесценивание себя. Такой, знаете, нитью, к связующей нитью через все это проходит отсутствие личных границ, потому что раз мама отца выгнала, это первое высказывание, мама выгнала отца, то есть именно выгнала, как можно выгнать взрослого мужчину, да, откуда-то, если он сам не хочет, ну, это отдельный вопрос, или если он ничего не делает, да, вот его выгоняли. Далее, вы пишете, отец не захотел со мной общаться, это, как мы, моя вина, то есть это из-за меня, я чувствую себя ненужной, то есть это вот, не ограничение, да. Он это сделал, я на себя принял отсутствие границ. Далее вы пишете, какому мужчине я буду нужна, если я даже своему отцу не нужна. Вот это причинно-следственная связь свидетельствует о том, что личные границы у вас нет. То есть все в одну кучу. Все в одну кучу. Я хочу быть нужным мужчинам, поэтому я хочу быть нужной отцу. Если я отцу не нужна, я не нужна мужчинам. Ну, это полное слияние вообще с людьми. Мама у вас, я так понимаю, была достаточно властной, волевой, жесткой женщиной, которая, возможно, вас там ругала, оскорбляла, унижала, вот, потому что
вот судя по тому, что вы пишете, вот. Ну, мне так видится, по крайней мере, эта ситуация. Вот. С личными границами нужно работать. Совет только один, брать личную консультацию, да, и начинать над собой работать, чтобы личностно вырасти до отношений. Потому что сейчас, именно сейчас, ну, вы, по факту, сейчас вы к отношениям не готовы. Это даже хорошо, что у вас нет отношений, потому что в отношениях вы, скорее всего, были бы зависимы. В отношениях, скорее всего, вы были бы зависимы именно в силу того, что у вас нет личных границ, и вы очень подвержены влиянию мнения другого человека на себя. Вот. Что делает ваши отношения потенциально, ну, в общем-то, болезненными. Вот. Я полагаю, что у вас не складываются отношения с мужчинами, да, потому что вот вы все в одну кучу мешаете. Мужчина, статус, это связано, конечно, конечно, но как бы вы мешаете это в одну кучу. Вполне возможно, что у вас травма детская, когда мама выгнала отца. Вполне возможно, что вы потеряли что-то, вот когда отец ушел, да, вы что-то потеряли. И вы вот до сих пор находитесь в этом поиске того, что вы потеряли. Вот. Как бы. Понимаете? То есть тут история такая. Вот. Думайте, решайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.